Здравствуйте, добро пожаловать на канал Ютаро, с вами таролог Юлия. У нас сегодня будет раскладик на очень щепетильную тему. Он запрашиваем просто невероятное количество раз, мне пишут имейлы, мне пишут комментарии с данным запросом, я решила его сделать. Что ждет вашу соперницу за то, что она вот... делает какие-то неприятные дела, может быть, просто плохого желает. То есть, то, как называется это, бумеранг, да? То есть, возврат будет энергии или нет? Хочу несколько слов вам сразу сказать и объяснить, как это работает вообще. То есть, энергия, она таким образом устроена, что вы посылаете энергию, даже если она хорошая, она возвращается вам, приумножается, да? Всегда любая энергия возвращается. Если вы желаете добра, к вам вернется добро в большей степени. Если человек вам желает, например, чего-то плохого, да, либо ходит к гадалкам, делает какие-то привязки, присушки, остуду, все вот эти вот вещи, это все обязательно будет возвращаться к человеку, который это сделал. Даже если вы просто чего-то плохого желаете человеку, а он вам ничего абсолютно не сделал, да, это абсолютно всегда трагично заканчивается, абсолютно всегда. Поэтому давайте посмотрим, что ждет вашу соперницу в этом плане. Смотрим с вами бумеранг. Очень запрашиваемый расклад. Я не люблю делать такие расклады, но я хочу быть полезной, поэтому давайте посмотрим то, что хотите вы, дорогие мои. Давайте посмотрим, ваша соперница, чем она вообще вот обидела вас, что сделала она такого, за что должен прийти ей этот самый бумеранг. Что она такого сделала? Ну, это женщина, которая у вас счастье украла, это точно. Почему? Потому что здесь на дне колоды падает императрица. Такое впечатление, что вы должны были выйти замуж за мужчину, да? И вот она выпадает, королева жезлов, которая воздействовала на ваше счастье. Башня – это расставание между вами с мужчиной, либо очень глубокая пауза, и двоечка кубков. Это чисто максимальное воздействие на ваше счастье, на вашу любовь, на вашу личную жизнь. Очень достаточно серьезные карты на самом деле, да? То есть вы должны были быть императрицей. Вы по судьбе должны были выйти замуж за мужчину, на которого вы сегодня смотрите, да? То есть... все должно было быть по-другому. Здесь женщина, которая действительно помешала вашему счастью. Это точно. Она и вышла сразу, и ситуацию сразу видно. Очень четко. Дорогие мои, смотрим, что ее ожидает за то, что она себя так повела. Кто-то, может, к бабкам ходил, кто-то просто зла желал вам, ненавидел, да, как-то. Это все плохая энергия в любом случае. Что ее за это ожидает? Тройка жезлов. Разбитое сердце, конечно, ожидает. Дополнительная карта. Ожидает ее то, что на чужом несчастье счастье не построишь все-таки, да? Троечка мечей, ее никто не отменял еще в этой жизни, да? Троечка мечей – это разбитое сердце. Это когда мы делаем что-то, да? При этом мы всегда оплачиваем все наши грехи. Будьте уверены в этом и вы. Я никому не советую ходить по бабушкам, по дедушкам, по женщинам, заказывать какие-то вот такие вот вещи. Поверьте, с вас потом высшие силы возьмут вдвое больше. Здесь опять троечка падает. Это женщина, которая всегда будет делить мужчину с кем-то. Эта женщина, вот здесь две тройки упала, и это женщина, которая навсегда теперь будет мучиться тем, что она мужчину будет делить с кем-то. Это по колеснице, да, здесь можно сказать, что, ну, как бы, вот, к
как бы она ни бежала, да, от судьбы, ее все равно это догонит и как бы и достанет, скажем так. Влюбленным, да, вы будете все равно любимой женщиной, я вам так скажу. Да, это падает на вашу сторону, ваша карта, да. То есть вы все равно будете любимой. Мужчина, который по рыцарю кубков любил вас искренне, да, относился к вам хорошо, и вот вы королева кубков, сразу сверху на него упали, потому что вышло две карты, если вы перемотаете, посмотрите. Вы выпали мне вместе. То есть вы, конечно, скорее всего, еще будете иметь шанс от высших сил быть вместе. Эта женщина, она всегда будет третьей, она всегда будет не одна у мужчины. Может быть, кстати, здесь и развод, расставание у них с мужчиной. На дне колоды опять у меня король кубков, да? То есть это мужчина, который будет в ее жизни, он будет непостоянен. Это здесь ясно и точно. Еще что ее ожидает за то, что она к вам вот так вот подействовала? Да, здесь может и уход, и расставание быть со стороны мужчины. Здесь потеря финансовой сферы, абсолютно точно, королева Пентакли, да, то есть здесь женщина очень, скорее всего, держалась за финансовую, да, сферу, и здесь у нее будут потери, здесь будет, может быть, уход мужчины, уезд и надолго, и с какими-то такими целями, да, по обману как-то какой-то будет у нее, знаете, как будто либо ее бросят, либо вот как-то она останется одна. Здесь по луне одиночество идет, понимаете, вот в чем дело. И здесь четверочка чаш, здесь очень грустное на самом деле состояние. Обычно четверка чаш — это не такая грустная карта, но здесь очень грустная карта. Здесь, знаете, такое впечатление, что человек, ну, знаете, вот справедливость восторжествует все-таки. То есть так и будет. Шестерка кубков, здесь обязательно будет какой-то выбор и у вас. То есть здесь абсолютно вы не волнуйтесь за себя, да. Здесь человек будет платить по полной программе. Здесь не свое взято, это точно. Четверка кубков здесь такая, что это явно здесь человек украл не свое счастье. Здесь за это обязательно оплата придет. Еще какая оплата будет? Карта мага. Ну, вот знаете, магия, которую она сделала, если это было у вас, кроме плохих пожеланий в вашу сторону, это все к ней вернется. Вот вся вот эта вот нечисть, которой занималась эта дама, она вся к ней возвратится. Ей будут врать, она будет в обмане жить. Это человек, который действительно на себя... Не знаю, чем она там занималась таким, но здесь очень серьезное нарушение покоя, да, нет умеренности. Здесь по рыцарю Пентакли, здесь какой-то длительный вот процесс, да, мужчина защищался, да, от женщины. И теперь как будто бы эта женщина, она этого мужчину освобождает, да, освобождает из своих мыслей, из эмоционального подсознания и начинает оплачивать свои грехи. Да, карму, как говорится, еще никто не отменял, это точно. Итак, что по поводу вас она такого сделала, за что она будет оплачивать эти грехи, что она такого сделала, еще хочу посмотреть. Император, да, это мужчина, который должен был быть ваш. По судьбе 100%, и по девятке мечей у вас этого мужчину забирают, каким-то образом закрывают у вас общение, закрывают доступ друг к другу, и вот выбор, в котором вы могли находиться, его просто забирают. По четверочке мечей мужчина стал в бездействии, мужчина скован, не эмоционален, сил нету, движения в отношениях нету, стагнация полная. Вот так вот. Еще что карты покажут нам, что она будет проходить, эта женщина. Да, здесь будет война и тяжесть жизни, знаете. По дьяволу вот называется возврат
обязательно будет. Королева мечей, удовольствия будет мало, я вам скажу честно. Ну и по дьяволу, понятное дело, здесь приятностей мало вообще, что к ней придет в жизни, да, вы понимаете. Дальше также семерочка жезлов. Здесь очень тяжело ей будет с чем-то бороться, с какими-то обстоятельствами жизни. Карта Иерофанта говорит о том, что судьба, она не шутки шутит, понимаете. По Иерофанту это то, что судьба даст ей взамен. А что? Это дьявол, и она станет холодной, недовольной королевой мечей. Вот такие вот карты выпадают, да? Двоечка жезлов. Здесь еще, конечно, придется побороться за свое счастье ей. Но вряд ли у нее что-то вот такое вот получится. Потому что по дьяволу здесь очень тяжело, знаете, о счастье каком-то говорить. Это всегда очень тяжелая карта. Тем более, когда мы говорим об оплате грехов. Дьявол – это очень серьезная такая карта со старшим арканом, который не самый позитивный в колоде, да, скажем так, в данном вопросе. Вот такие вот бумеранги ожидают вашу соперницу. Я надеюсь, вам понравился этот расклад. Ставьте пальчики вверх, нажимайте на колокольчик внизу, чтобы не пропускать мои видео. Подписывайтесь на канал и пишите ваши комментарии. Увидимся в следующем ролике. До свидания.